Ну что, ребятушки дорогие, у меня для вас хорошая новость, потому что немножко экстрима наконец-то будет в моем влоге. Посмотрите, это абсолютно прямая, безопасная, закрытая профессиональная трасса на полигоне, куда мы приехали разогнать этого малыша до 300 км в час. Может быть и больше, но это опасно, это страшно, это экстремально, это адреналин, но это дерзкий поступок, а я вам обещала дерзкие поступки. Получайте. Мы сейчас сделаем пробу пера, типа тест дороги, но мы решили все равно это снимать, вдруг будут какие-то яркие эмоции, впечатления и прочая хуйня, поэтому, короче, мы решили это снимать. А если нет, то мы снимем сейчас. Бать, всегда у меня просто не проходит волнение в животе. Через 5 секунд можешь стартовать по своей готовности. Спасибо. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали! Ебать! Охуеть! Ты что, крейзи? Охуеть! Я, знаете, решил попробу пера взять! О, мне заложило уши! Зачем я включаю аварийку, блядь? Брат Витал, ебать! У нас ограничение 220. Да пошли вы нахуй со своим геликом! Охуеть! Это просто пиздец, мы сейчас сделали пробу пера, но это нихуя не пробу пера, это было 320 км в час, у меня заложило в уши, Витал обосрался. Я вообще охуел. Охуеть, это разъёб. Брат, это пиздец. Блять, это такое быстрое мощь. Удовольствие, как секс. Я причем говорю, Витал, вот у тебя GoPro-шка, снимай меня, типа направо-налево. Витал просто сжался и нихуя не сделал, он просто... Хватит, брат, пробу пера, хватит. Охуенно, прокатимся сейчас. Короче, ребята, это просто самое. Поехали еще, кружочек. Да, поехали еще раз. Я ее не разгоняла, естественно, так ни разу. Это вот первый раз. И это, блядь, охуенно. Это просто охуенно. Попробую ехать на механике и тронуться на лаунже. Все такие, в смысле на лаунже? Она будет типа просто вальяжно вести машину. Нет, лаунж — это когда ты зажимаешь гаши тормоз, потом спускаешь тормоз и как ракета хуяришь. Да. Сейчас я переключаюсь на спорт, а Корса — это у нас получается механика. Да, ебать мой хуй, тут 10 номеров. Это очень стрёмное дерьмо. Я не знаю, может, у нас не получится, кстати, тронуться. Я сейчас отпущу тормоз, и мы должны поехать. Наверное. Я вижу. Ебать, это просто разъеб.